Приветствую всех друзей, вы на канале Shadow Lil Play. Меня зовут Миди, друзья, мы продолжаем с вами Elden Ring, дополнение Shadow of the R3. И у нас сегодня босс, наверное, на очереди, которого мы с вами еще не видели, но подошли довольно близко к его обители. Вот в этой башне он находится, там только подняться нужно, вроде бы он там должен быть. Но у меня 137 тысяч душ, и нужно их куда-то деть, иначе просто мы их фукаем. Было предложение здесь пройти по этому мосту, может, вот встретим толстого и набьем здесь, может быть, в этом замке. Давайте посмотрим, что это за мост. Сюда отправимся, а туда приедем как-нибудь. Уже по возможности. Когда у нас будет 300 тысяч. Нам надо еще 200 тысяч где-то душ набить, иначе эти 137, ну, как мы знаем, в битвах с боссами очень хорошо улетают. И, собственно, ловить их, собирать некогда. Так, мы пришли, да? Да, к воротам. Но я еще, правда, ворота не пробовал открывать. А ну-ка, дайте мне. Полнейшая темень. Глубочайшая вода. Есть дверка, есть ворота. Если они, конечно, откроются. Ворота не откроются. Дверка откроется. А что, ворота не откроются? Странно. Ну ладно, давайте пройдем по этому мосту. Тем более мы знаем, куда идти. Там мы уже бывали частично. Много летучих мышей. Но обычно на таких мостах босса можно встретить. Ну или крупного соперника. Ну пока что я вижу только кучу мышек. О чем там мышки по 1004? Еще и плюется. Нифига себе мост. Слишком длинный. Кровь монстра. Ну как это ж надо было соединить, да, эти две локации. Хоть бы не обвалился. Мышки, я только за душами, честно. О, кто-то на меня там плюет. Че это такое? Че это было? Сюрприз. Кто-то стоит наверху. А что это было реально? Ладно, давай бежать. Сюда. Слышите меня, что... А, меня дерево оплевывает. Хрена себе. Или мужик вот. А, мужик стоящий он там. Вон, мужик стоит, меня плюет, говнюк. Так а если я сдохну, прощайте души. Так, а ну давай талисман сюда. Защита от огня. Это что? Вот до предела. Хрена себе. Да, меня вот этот говно обстреливает. Вон стоящий. Вон, вот это чудо меня бьет. Я, главное, не могу отсюда телепортнуться. Так видели, с какого расстояния это говно меня увидело? Да что ж ты делаешь? Не взять. Лавой поливают. Так, у меня еще есть, подожди. Я могу теперь два талисмана ставить.
У меня ж теперь есть от стихии, да? Нет, это молния. У меня еще есть от стихии. Не физический урон до предела. Это что же она? Ну что, мне бы дожить. Я ее расхреначу пару раз. Вообще беспредел. Кто это вообще? Так, а ну давай бутылку вот эту выпьем. Погнали. Ну, хоть прожили чуть-чуть. Слышите, она стреляет и без нее. Или она зарядила просто, да? Тихо. Неплохо. Капюшон Зальцы. Стоит какая-то тетя с огненным дождем. Стоит какая-то тетя. Я, кстати, на лошади мог проехать этот мост. А, ну да. И хреначат меня какой-то хренью вообще с другого конца моста. Пипец. Ну это чтобы не скучно было мост проходить, нормально. Значит, я не додумался лошадку взять. Я просто ничего не пропустил, сейчас гляну. Все нормально. Молодец. Она меня вот здесь увидела. А я думал, меня прокляло вот это древо. Оно на меня смотрит и меня обливает какой-то лавой. Так, меняй назад. Что-то меня это не сильно от огня защитило. Сколько там у меня? 159 тысяч. Чуть не помер здесь. Но зато мы доехали до замка. Надеюсь, здесь будет костер. Я вообще-то к боссу шел. А вот я сейчас приду, наверное, к другому боссу, мне кажется, да? Включай фонарь. Я его с страху выключу. Ага. Еще точно влечу к какому-то другому боссу, реально. Лифт. Наверх. Я думал, вниз. Значит, крепость будем исследовать. Стоять. Или не будем исследовать. Или здесь я и останусь. Подожди. Тут нельзя выходить так резко. Ну его нафиг. Ух, дошли. Это было долго. 159 тысяч, правда, все. Отдыхай. Сколько нам надо? 300? 300? 317, да до хрена нужно просто. И что мы тут видим? Руины древней обители Рауха. Да ну бы все ничего, я бы потом бы сюда и приехал бы, но... Души. У меня нечем восполнять сколько, столько. У меня вот. Две по 17500, это 35 тысяч. И еще одна 15. 40, 50 тысяч могу только. Ну, это по мелочи. 50 штук могу сделать. Это я на верхней части. Представляете? Туда, куда я пытался залезть, запрыгнуть, и вот я здесь. Все через темную обитель делается. Ладно, давай осмотримся. Или можно пойти убить 15 медведей. По 10 тысяч. А вот и медведи, собственно, да? Нет, это не медведи, это что-то иное. Это кабан, наверное, да?
Ты кабан? Да, кабан, но дикий. Но за них не платят практически. Камните кабаны. Не, ну он меня будет преследовать, я думаю. Или я его... Ладно, не надо. Оставь его в покое. Я вообще сюда пришел это душ набить. А тут одни кабаны. Тихо, кто-то летает. Это что-то было. А это что за кнопка? Знаю. С рычагом. Куда-то спуск. Духовный камень. Стоп. О, чуть не улетел. Да, весело тут. Давай обскачем все это. Есть спуск. Вот он в центре. Давай посмотрим с разных сторон на все это. Вот мост, по которому я бежал. Ё-моё, как же тут легко упасть. Ну, давайте спускаться. Если это данж, то пусть будет данжем, что это. Нора Рауха. На этих тут не поднимешься сильно. На кабанах. Ну, давай попробуем. Только приехал, уже уезжаю. Неплохо приехал. Хорош. Вот на этих можно набить, если их, конечно, здесь много. Че это за подземелье у нас тут? Я еще верх не обследовал, ну ладно. Это собака лежит или что это такое? Да. Признал, собака, да. Это что за дыра? Хочешь уходить, уходи. Если хочешь идти, иди. А это куда выход? В нижнюю часть. Воу. Давай хотя бы верхнюю проверим. Что это за город? Вон еще один сидит. И не один, их двое. Их трое, опять банда, блин. Не, можно в дыру бежать, они в дыру не поместятся. Нас увидели. Беги. В дыру. Сюда они не дойдут. Ну, не залезут, по крайней мере. А если и залезут, то ничего страшного. Мы тут по одному вырежем, да? Хера себе урончик. Хера себе урончик. Чтоб тебя. Тут порог. Тут порог. Надо еще успеть выпрыгнуть. Люди. Там порог. Я так и... А, видите, да? Иди сюда. Иди сюда, говорю. Пипец урон. Ну, еще блокировать щитом надо, конечно. Еще раз. Хорош. Хорош, 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 хорош. Хрена себе, это маг. Ого, урон. Здрасте. Прекрати. Годится.
Банду расхреначили. Тут-то никого и не было. И все. Это пещера, только вот для этого лифт тут особенный, да? Понятно. Ради кузнечного камня, да? Или это вход? Подожди, может, это вход? Какой там нахрен вход? Все. Лежбище было просто этих котиков. Ну, 182 тысячи, но все равно до хрена еще. Давай в дару. Смотрим, что еще имеется. А этот мог коня призвать? Мог на коне поездить. Ну, недолго бы поездил, но мог. Так, это мы... Где? А, вон опять он же. С собакой. Так и исследуем эту территорию. О, еще один бегемот ходит. Ну, а сколько? Конечно же. Еще один бегемоша, народ. Есть бегемот, третий уже. Бегемот-носорог, который. Минус один. Медитативненько, да? Смотри, как медитативненько мы заходим за спину. Как Ассасин Крид какой-то. А тут не очень медитативненько. А так неплохо было. Так, можешь выпить свою ману. Может, дадут еще одну. Бегемот внизу, если кому нужен, пожалуйста. Идите, сражайтесь, вон он ходит. Как обычно. Их здесь много. Ну, собственно, ради бегемота, я так понимаю, мы сюда и прилезли. Ну, еще вот ради этого. Куда же без них, да? Тонкие звериные кости. А есть тут статуя какая-нибудь, воскрешение? Или чем, как я бегемота должен убивать? А если он меня убьет? А он может. Нет тут статуи, в этом-то и фишечка. Есть... А, есть статуя, все, нашли статую, есть статуя. Где-то пробежал, в кустах на где стоит. Это нормально, как раз можно... Нет, смотря какой. Они же его могут прокачать просто до невероятности. Мы попробуем. Ого. Ого, урон. Вставай, балбес. Нихера себе, без двух ударов нахрен. В ноль просто. Как будто это, пришел голым к этому, к боссу. Это еще душ попробуй забери. Реально, как будто голый пришел нафиг. Бьет вообще, как будто у меня ни брони нет, ничего нет. Просто в ноль. Мою мега-линию с моей мега-прокачкой. Так, не туда. Надо умирать где-то сбоку, чтобы забрать свои души. И сюда. Сюда, сбоку, сбоку, давай, давай сбоку драться. Нет, в рот не надо. В рот не надо. Ну его нахер в рот. Не, сбоку, сбоку, сбоку деремся. Ох, сука, вот это вообще класс. Сука, знаком с бегемотом, я все не привык никак. Mm-hmm.
Хорош. Всего 11 тысяч дали. Правда, осколок древоупадка. Но 11 тысяч, ну, он суровый босс. Ну, не босс, противник, но 11 тысяч мало, я считаю. Это как за медведя. Ну, медведь полегче, если признаться. Если будет много бегемотов, а я не исключаю это. Знаете, так, 10 бегемотов на площадке, то я лучше выберу медведей. За них дают столько же почти. Но с ними легче бороться. И где я? И зачем я здесь? Не, ну за древо падка кусок спасибо, конечно. Подождите, а внизу мы были, нет? Не, вниз мы не спускались. Там он... А, были. Тьфу ты, ну ты. Вон там телепорт у нас был. А я думаю, знакомое место. Слушайте, этот мужик вечный, стоящий в центре. Вот там у нас телепорт был. Мы на эту локацию с вами прыгали. Пытались залезть вон на тот замок. А что это за замок тогда, вот этот, который я вижу? Вот он. Почему я не могу к нему... в него попасть? С какой стороны в него попадать? Здесь мы ходили, вот тут. Так я не могу понять, как мы телепортнули. Подожди, это не то место. Ни хрена, вот тут мы были. Это другое место. Не были мы тут? Или были? Я ж туда не мог забыть. Нет, были. Подожди, если это вот это место. Я тут был, получается. Вот здесь у меня телепорт, а не тут. Тут я не был. Вот тут у меня был телепорт. Там мы его убивали. Да, да, но это место на 100%. Все, тогда мне вниз не нужно. Мы там бывали. Это для тех, кто там не бывал. Интересно, наверное, спуститься. Мне не интересно. Сейчас попробую объехать, конечно, но... Черепухи... Там 1200, все равно мне не хватает. Олени. Стой, не разгоняйся, сейчас улетишь вниз. А, ну и все. Чисто бегемот, древоупадка кусок, все. Тут мы были. Интриги нет никакой внизу. Ничего там нет интересного. Ну ладно, поехали дальше тогда. И что там дают? Хотя сейчас воскресились эти же ребята в полном составе. Я что, умер? Банда может здесь появиться. Да не может она... Она уже появилась, вон находит. Ну что, добиваем их, нет? Просто где души брать в таких количествах? Тут нам платят по 3300. За неприкаянного. На. Если тех убью, где-то будет 2500. Просто не хочется исследовать всю карту. Я настроен сегодня был на босса. Ну, я тут 50 тысяч набью, я думаю. Наверное. Давай этого убьем, потом тех вызовем, опять через дыру и всех перебьем. А что, неплохой вариант. Ух ты, говнюк. Че ядовит, ты посмотри. Фонарь включи. Давай разозлим эту банду, а там что будет? Все-таки 2.14, мне надо 2, да нет, мне надо больше, конечно, блин, дофига мне нужно. По дороге еще убьем.
Мне ж 317 тысяч нужно. Половине урон. Половине, реально охренели эти мобики. А мне ману восстановили. Ну хоть ману восстановили. Следующий. В принципе. Че, я отбегаю, не пойму. Еще 3300. И один тут спит, по-моему. Побежали, говорю. С тремя сражаться не буду, плюс один из них маг. Место хорошее, чтобы отсидеться, да? Иди сюда, иди. Иди, дорогой, сюда, иди. Чей блюет? Все. Душу вернете, понятно? Не попал. 3300. Так, это плохо. Это хорошо. Все. Разобрались. Да. Мана ушла вся. Ману пью. Сколько у меня там тысяч? 231 тысяча. Но я не буду их набивать их еще раз. Ну, пошли дальше исследовать. Куда залезем, туда залезем. Тут все понятно. Тут все. Вот такой вот лифт, спуск. Чисто ради бегемота, мне кажется, не упади вниз. Могу посмотреть, что внизу. Может быть секрет. Такое иногда у нас бывает. Или выемка, или предмет, или еще что-то. Нет, секрета нет. Ну и ладно. Смотри по сторонам, может быть и реально что-то. Ладно, все. Осмотрели. Поехали дальше. Тут мы все собрали, тут мы все побывали, тут тоже дернули. Ничего особенного, бегемот. Но за древо упадка мерси, конечно. Так, теперь бы понять вообще, куда в этих разломах, где спускаться, и зачем это вообще нужно, он опять стоит. Это мы тут бегали или в другом месте? Оно же все одинаково, это по сути. А нет, мы бегали вот тут ниже. Да, мы вот тут ниже бегали. Совсем ниже мы были. Тут тоже были, вот тут мы сейчас бегаем. А вышли мы вот отсюда, правильно же? Ну да, здесь у нас огонь. О, призыв. А что такое? А что тут водится? Что-то водится. Я думаю, за этой аркой что-то водится. Прощайте, души. Потеряю их у вас раньше, чувствую. Нет, смотря что водится. Посмотрим, что тут водится. Тут ни хрена не водится. Медведь красный. Ха-ха, серьезно? Не босс хоть, нет? Нет, да. Это какой медведь? Я уже просто запутался, если они все одинаковые. А, это мелкий. Это мелкий был медведь, ладно. А я думал еще один. Не, ну а чего? Три медведя в сказке, а мы только двоих встретили. Стой. Не разгоняйся, тут что-то есть. Ну, тут уже все, да. Ну, а там ну, точно босс какой-то. Может быть, не крупный, но босс.
Прямо за этой арочкой. Кто-то рычит. Показалось. А тут-то что у нас? Ну, я могу сюда прыгнуть, да. Я прыгну сюда? А чего бы и нет? А внизу что? Вот сюда не стоит уже прыгать, там, по-моему, смерть. Можно, конечно, как-то через статую, но рискованно. Так это... Это откуда я захожу вообще? С вот этого вот. Ну, сейчас прыгану, наверное. Ну, наверное, об этом пожалею. Ну, да ладно. Смотрите, корова прилипала. Видели такую? Вот, смотрите. Вы ж такую не видели никогда. Камень связи. Справочник ученого в древности. Это яма или что это? Или... Нет, это не яма. Такое черное. Чего здесь я вообще забыл? Что за камень связи? А это выход? Дверь, походу. Ну да. Здрасте. Не ожидали? Я сам не ожидал. Я сам не ожидал, что к вам приду. Здрасте. Все, до свидания. Вот статуя. Ой, здравствуйте. Какая-то святыня, видать. Ой, ё-моё. Нормально, зарубили всех пауков нафиг по круге. Жесть, это я в город какой-то вошел, да? Это я сегодня босса решил побить. Побил. О, это хорошо. Руна это нам как раз... То, что нужно. Смотри, сейчас вот упадут откуда-то вон с неба. А тут ни камней, ни воскрешения, ни хрена. Привет. Ой, там маленький кусается. Смотри. Ёптель. Все в маму, блин. Или в папу. Офигеть, еще и мелочь. Еще и мелочь напала. Так, что там у нас? Пока по бутылкам нормуль. Подожди, бежим же эту территорию. Да. По душам не очень, потому что за них мало платят. Это черные души. Ну что, по 1400 за два удара. А ну пошли дернем дверь. Вот мне интересно, если бы я сюда попал не через дырку. Через дверь возможно сюда попасть? И вообще, куда эта дверь ведет? Понастроили. Костер бы не помешал бы мне. Это дверь? Да, есть рычаг. На лошадь, на всякий случай. Я не знаю, что это за дверь. Привет. Ой. Ребята офигели просто. Что к ним живой залез? Я сам офигел, что к вам залез.
Я сейчас шел сюда за другими делами, ну ладно. Раз так сложилась судьба. А это все подъемник где-то был этот. Свеча большая. Не, ну если без фокусов, только вы здесь будете. В принципе, я правильно зашел. Все внизу. А внизу еще один этаж. Это не тот, который... Нет, не тот. Опять я начал проходить через задний выход. Где мы? Мы через дверь вошли. Ну, там зачищен. Вот это опасно. Да, это опасно. Так, всех перерезали, всех перебили. Это куда выход? Вверху что-то есть, но там, по-моему, стрелятель. Да. Иди нафиг. Ну, выход. Люди, выход есть. Сюда есть нормальный вход. Правда, тут дверь бы я, наверное, не открыл, если бы не нашел ту дырку. А так у меня есть теперь и дырка, и нормальный выход. Пипец, вот это я не люблю. Беги. Это говнюк. Не надо центрироваться, давай сюда. Сюда. Идешь за мной, нет? Хорош, крованул. Не надо центрироваться. Ты где? Хорош. Че, не успеваешь за моей коровой? У меня корова не только прилипала, а еще и не догоняла. Немножко нервно, конечно, у меня. Все, конец. Беги. Эй, бей. Он же может убить, заваншотить просто. И всего 2000. Все такой бой. Всего 2000. Нормально. Так, а как этого говнюка снять, который меня обстреливал? Говнюк, а ты где? А ну и сюда. Сверху-то меня постреливал. Ты? Здорово. Хе-хе, думал, не залезу. У меня еще корова и на дерево залезала, понимаешь? Ты че вообще, что ли? Вообще там оборзели, что ли? 288 тысяч. Так, давайте выйдем, там, наверное, костер где-то должен быть на выходе. Раз уж я так залез, так круто. Убил тут всех. Не ожидал, да? Мы с коровой выйдем и сам офигею. Сам офигеваю. Не, нет, тут ни хрена. Смогут слева направо напасть. Просто храм. Просто здесь. О, это олень. Пипец. Нету даже костра. Это что? Какое-то дерево. Олень, прости, но нужно. А это если я еду. А, это объезд у меня просто такой бы был. И что мне, если я сдохну? Так подожди, если по моим прогнозам здесь босс был. Я что, сзади зайду за этого босса, да?
Вот тут у меня ожидаю босса, я вот в этом месте. Мы обошли просто с другой стороны, благодаря дырке вот этой. Так тут ни хрена нет особо. Ну, кроме вот этого храма. Ну, пошли посмотрим, пока все зачищено, что чего-то волноваться. Че и на лошади можно здесь ездить. Тем более эта дверь откроется только если, видите, нет рычагов. Только если ты сделаешь невероятное или упадешь вон туда в яму, мне кажется. Там в яму еще можно было рухнуть. Ну, то есть два раза упасть в яму в любом случае. Мы упали здесь в яму, тоже открыли дверь. А можно было упасть вот где-то тут. Или где-то там, ну ладно. Больно, знаю. Сейчас пойду от этого агрессивно убью. Ребята, извините, но за вас дают по 1400. Я понимаю, что вы, может быть, меня не убивали там. Но где еще найду столько душ? Говнюк, мою лошадь ранит. Да и меня тоже. О, дыра, выход куда-то. Не успел развернуться, да? Понимаю, духовный камень. Расколотая руна. Хорошо. Вот проход есть. А вот дверь есть. Что нам важнее? А вот как сюда попасть можно было. Правда, наверное, тут разбиться можно. Но если у тебя есть корова прилипала, то шансов разбиться мало. Там дыра еще была. Может, не стоит открывать непонятные тебе двери? Блин, кто-то стоит. Кто это? Улитки какие-то? Может, и не стоило открывать непонятные нам двери, потому что у меня уже 308 тысяч. Как бы хочется увидеть, наверное, костер, да? Это что за арена? Ого. Ого. Это куда выход? Охренеть. Опа, настроили, да? Вон еще один висит. Лошадь есть. Ого! А ты такое можешь? Точнее, они такое могут. Это какие-то эти цирковые, бляха-муха. Все, беги. Это не тот. В дыру, 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 в дыру. Ну их нахрен. В дыру, в дыру, в дыру, в дыру, в дыру. В дыру, в дыру, в дыру. Вы поняли, да? Я нашел. Я нашел, как с вами бороться. Еще будет цирковый. Спать пошел, что ли? Не, ребят, спать нельзя. Они все пошли спать, реально. Все, в дыру, в дыру, в дыру. В дыру, в дыру, в дыру. Ты где? Нормуль. Сейчас этого жахнем. Может, не стоило в эту дыру ехать? Там вот дверь какая-то открылась. Там, по-моему, приятнее все намного. Здесь нам не очень рады.
Это не босяка здесь. Да нет, выход. Кто-то трещит. Ну, на арену похоже чуть-чуть. Горшки. Ой, пипец. Стрёмно тут у вас, ребята. Тараканы большие. Это не цирковое, надеюсь. Я не люблю цирковых падать. Люблю наших домашних. Амбарных. Вон еще один висит. Так это на веревочке висит. Капец, один ходит. Ладно. И что самое печальное, нет ни одного костра. В случае чего? Всего. Ты где? Что-то шевелится. Двух жмякнули. Куда я выезжаю? Выезжаю на просторы. Кто-нибудь костер знает, где находится? Я извиняюсь, конечно. Знакомое место. По-моему, мы сейчас... Ну, ладно, не буду гадать, загадывай. Комары. Ладно, разберись сначала не с комарами. А вот тут пошли мы с вами перед боссом набрать душ. Так я еще и душ даже не набрал. Хотя почти набрал, только я сейчас их потеряю, мне кажется, сейчас дохожусь тут. Вот это босс. Чё на веревочке висит? Да, это крупный. Это крупный. Но с моей коровой мы непобедимы. Ломтик мяса. Прах паука скорпиона. Это он и был. Печенка скорпиона. Интересно. Ну все, вроде бы. Это ради этого мы сюда пришли. Тогда пошли в ту дверь посмотрим, куда дверь нас дальше ведет. Охренеть. А это я, подожди, я уже запутал. А, мы справа, через дыру вышли. Ну, давай здесь посмотрим. А он кто-то сидит. Кто-то умер. Кот сели там наверху. А это же дурак этот, который агрессивный. Который с кольцами этими чертовыми. Понятно? Которого мы еле убили недавно. Можно его, конечно, расхреначить, но... Ладно, давай посмотрим, что в дверях. А, подожди, это я выхожу.
О, двери открыл вот эти, да. Это улитки. Охренеть. Здрасте. А вы опасны? Да. Теперь понял, что да. Ясно. Порешали улиток. Поток или что это за воздух? Наверное, поток, наверное, сюда залетать надо. А где костры вообще? Что-нибудь есть? Это типа сюда можно залезть для того, чтобы исследовать эту территорию. А я отсюда вылезаю. Во жизнь. Так, если что, сюда в дыру лезем. Ну что, будем убивать того говнюка, он стоит. Если это говнюк. Это ж опасно, или кто это вообще-то? Здравствуйте. А, это наш любимчик. Это наш любимчик, самый что ни на есть, любимый из любимых. Орёшь. А это же могу. Вал меня. Что вообще запутался? Что вообще такое? Какие-то. Зашел как-то не так. И топлит. А вон еще вход. Охренеть. Костер. И как вниз спуститься? Как раз он мне, наверное, и нужен для перехода в следующий замок. Там тот сидит большой внизу. Осколок древа упадка с простого моба. Это как? Слушайте, выпал осколок древа упадка с простого моба. Чувак с кувшином. Ну, были, нет? Только что, по-моему. Нет, это было в другой комнате. Так это два, что ли, таких? Ну, вроде бы да, но там кто-то стоит. Там кто-то стоит? Или это куст? А это куда проход? Охренеть. А, это мухи эти зловредные. Пей, наверное. Да, мухи зловредные, конечно. Фу.
Пипец, еле попал, она блюет меня. Луна царство тем. Я уже скоро на следующую сотню пойду. Это я где? Это еще ниже получается попал, да? А вот второй поток, за которого мы стояли, это по идее, да? Вижу. Вижу, вижу. Вон второй поток, можно было там. Но этот лучше. С угла лучше заходить. Здрасте. Отвали. А как мне наружу выйти-то? Я-то, конечно, все понимаю. Вот туда, к мостику. Я думал, через этот, через нижний этаж выйду. А это я сейчас вылезу там, где и был. Охренеть. Это я куда выезжаю? Пипец. И вверх можно. И на пот... ну, на потоке мы были. А это что за корни? Кто тут лазит? Стой, стой, стой. Давай сюда, лучше так. Че тут? А, это глухая стена. В метре не видно, что там нарисовано. Изящный перьевой талисман. Талисман. Горнило просто. Охренеть, чуть не помер. Да нельзя ж так пугать. А, блин, обалдеть, я до сих пор дергаюсь. Это куда? Короче, это чисто ради талисмана, да? Как мне выйти к тому костру? Лё. У меня уже 390 тысяч, мне надо 337. Мне опять идти сливать души, вернее, искать что-то другое. Как мне к костру выйти-то просто? Я не планировал это зачищать, оно само зачищается. Это я выхожу к муху. Но если по краю, то может и можно выйти. Вообще локацию прохожу задом наперед, так понял, да? Так, тут есть маг. Мага больше нет. Еще одна. Может, там надо как-то спрыгнуть было к тому костру несчастному. Кто это? И вот мост. Там мухи. Что это за мост? На, это не мост. Сюда можно залезть. Сейчас все закончится у нас как боссом. Попадем. И просрём все, что есть. Руна царства тени. Я уже руна собирал. Коллекцию, бляха-мух. Да что ты будешь делать, а? Умри ты уже.
Народ, я еще ни одного костра не нашел. Нет. Я знаю, что. Как мне его обойти нахрен? А, вот и выход. Тот самый мой. Нужно было просто выйти. Не, мы его обойдем. Ну его нафиг, вы что, конечно. Конечно. А, это не выход. Да тут выхода и нет. Я выше, на балконе был. Не, его не трогай, ну его нахрен. Оно ж ненормальное. Еще и молот больше, чем он. Вон туда мне нужно. Да, я на балконе был. Если бы я спрыгнул, я бы умер, наверное, тут что. Хотя, может, и нет, но не знаю. Пепел войны, вихрь сухих листьев. Не зацепи того чудака. Так, тут точно есть древо, а тут можно слить души. Излить души, отлично. Послание Дейна. Чё? Древо Купатка. Здесь отрекаюсь от остатков своей плоти. Ну что, если я сейчас коснусь, нет, но я тут воскрешусь, если что. То они все воскреснут. Я там точно все зачистил. Тут-то путь нас вон туда ведет теперь. Хотя как мы там перепрыгнем? У меня 413 тысяч, ну опять на 100 тысяч больше набрал. Там мы точно все осмотрели. Ну да, мы вон с балкона вот это, вот отсюда мы смотрели. Это смерть 100%, как не спрыгнуть. И там все зачистили внутри. Давайте, наверное. Давайте, ну их нафиг. 14 тысяч, это даже... О, я еще и собрал на 12 уровень древоупад. Неплохо походили перед боссом. Неплохо сам. Еще и уровень повысили. Так, уровень 60, жизненная сила. Поздравляю нас и закрываем это. У меня 96 тысяч опять. Ну пипец просто. Карл, 96 тысяч. Ну пошли сразимся с этим теперь. Хотя теперь все равно есть что терять. Привет. Пока. Получил, ушел, уехался. Давай, пока. Где ты там, говнюк? Иди сюда. Иди сюда ближе, чтобы мне воскрешаться было недалеко. Я понимаю, ты крутой какой-то тут у нас. Не бьющийся, охереть. Видели, он не бьется. Парень не бьется вообще. Статуя есть. Если что. Ты чё? Пол коровы как не было. Неудобно с тобой. Возюкаться, конечно. Но придется тебя убить. Меня-то ладно, но за корову не прощу. Вот за корову не прощу. Охреньте. Я так умею. Из-за столба. Слышишь, ты чё, козел что ли? Все прыгаешь-то. Охренеть, сейчас убьет. Слушай, это босс, по сути-то. Да пипец просто нафиг. А он и босс, и не босс, он и лошадь, и не лошадь. А, это у меня вторая фаза, что ли, что-то? Опять ты нас сбил. Вставай.
Фу! И цветочек. О! Ну я тут недалеко от костра. А че воскрешает? А где воскрешает с ним? А, от этого сразу автоматически. Свирепый парень. Хорошо, что в него не врезался, когда это, с душами ехал. Довольно свирепый парень. За него 1200 дадут, я надеюсь же, да? Пойду его обману. Вот это то, что он стреляет, это мега губительно просто. Я по-тихому. А как ты по-тихому к нему залезешь? Ну сейчас тебе. А я вообще по-тихому. Ай. Хорош. Не попали. Попали. Пипец. Давай назад оттягивайся. Это проблемы с душами потом будут. Пипец. Вся линия нахер. Под руку уходить надо, мини-креда. Вот это меня убило с одного удара, фактически. Успокоился. Ох, все избивает с ног, сучка. На. Ё-моё, еще и задержка вверху. На. Я, честно, больше не буду. Честно. Так, к нему надо. Я почти убили. Все, прыгай. Вот это супер губительное просто. Она меня заваншотила, по-моему. Пипец. Пей. Все. Что это было вообще? Ого. Молот Дионии. Шлем молота горнила. 16 тысяч, правда, всего дали. Ну и на том спасибо. Ну, полубосс какой-то был. Ибо у него неплохие атаки. Ну, урон вообще прекрасный. А там мы были, то отсюда мы выбежали. Чудесень. Мне понравилось. Че тут у нас? На раз уже пошла такая каша. Ой, там что-то летит в нас. А, это великан, так теперь ваншотит, да? Вы понимаете, кто это был? Это был обычный великан тот, который... И у него такой урон, что я, может, даже свою душу сейчас не заберу. Вы видели это? Я великана убивать не буду. Смотрите, новый великан полностью огненный. Смотрите, полностью огненный. А ну, смогу я спрятаться здесь? Ну, в принципе, да. Там надо попасть в нужное место, в нужное русло. Ладно, оставим это пока, друзья, на потом. Давайте отметим эту точку, что мы сюда дошли. Меня опять стреляют, по-моему. Не, ну он только на мост действует, поэтому, может быть, он бы меня и сжег бы. Он действует только на мост. Т-
Так, а эта часть была? Мы там были, не были? Я в шок просто. Ну давай сюда, у меня по ощущению, что там босс должен быть. Вот прямо вот за, той, за тем этим еще. Может там боссика сейчас еще шлепнет какого-нибудь. Вот здесь должен быть босс. Вот тут вот должен быть босс. Пипец, опять 140 тысяч. Погулял, мать его. Здесь нет босса? Здесь нет босса. Я думал, здесь босс. А это мы сейчас идем как раз к тому самому этому. К той самой развилке идем, да? Да, к той самой развилке, ко входу этому самому тайному. Вот по этой дороге. Нет тут босса. А зачем призыв здесь тогда? Нету босса. Нету босса. Вообще нету босса. А было ощущение, реально. И вот вход. Все, я чуть-чуть не дошел просто. Я пошел нестандартным путем. Зато открылся дверь. Ну, тогда все. Это я пока оставлю переход вот сюда. Вот тут мы были. Вот тут мы были. Вот здесь, не помню, может, какой-то из этажей не зацепили. Ну, хрен с ним, наверное. Посмотрю, конечно, с этой стороны. Единственное, что не попали, вот этот домик. Вот сюда. А, мы были здесь. Мы же были. Только вот, вот этой первой половине, вторая половина, может, надо долбануть было. Это что такое? Крест какой-то. Ощущение, что здесь можно слезть. Смело. Ничего не скажешь. А вот тут уже ощущения у меня другие. Ощущение, что были, но оно все одинаковое просто. Допрыгались. Прощайте, душечки. Хотя, отсюда, мне кажется, можно как-то слезть. Или, наверное, нет. Наверное, защита от меня. Ну, там же не так было высоко, ну, согласитесь. Вон мои души горят. Так я туда не допрыгну. Вон они. Вот на краю здесь вешали, если... Не, ну смотрите, что тут такого сверхъестественного? Чё это? Да высоко прыгнул, да? А если б я на лошади... Дополнительный прыжок. А что ты там прыгал, не понял? Ты с таким же успехом мог бы и здесь прыгнуть. А вон там слезь вообще, мам. Подожди, мы там бегемота что ли били? Бегемота били. Я же говорю, все одинаковые. Хоть и симпатичные. Там бегемот был, да? Люди, подскажите, там был бегемот? Охренеть. Так на меня еще и повесили. А как я туда прыгнул? Слушай, а что я тут не разбился, а? Сейчас разобьешься. Сейчас разобьешься, друг мой. Может из-за вот этого? Может из-за этого я выжил? Народ, я там бил бегемота или в другом месте? Я не помню. По-моему, я вышел, да, вышел оттуда. А, да. Все, мы тут били бегемот. Вот сюда я хотел залезть как-то, ну посмотри. А там реально можно. Там реально можно в этот дом залезть. И вон я был вон там. Если... А тут ближе, наверное, отсюда будет. Там я бегемота бился, нормально.
Вот этот дом, который вот он виднеется. Не был я на этом доме. Я был вот тут в предбанничке. А сюда меня не пустили. А как же ж... А там высота. А никак, потому что там чувак, он в центре стоит. Вон он, выходит. Это, кстати, такой же чувак, как мы только что его убили. Одного из них. Он, кстати, опять появился? Нет, не появился. Нет, значит, другой чувачок. Не появился. Этот одноразовый. Ну, а тут геморрой будет, конечно, чтобы перебежать с этим проклятущим великаном. Как-то это ворачиваться, этой хренью ворачиваться. Ну, туда не спрыгну. Да тебе туда не нужно. Мы ж туда не долезем. Что это за дом? Подожди, куда ты смотришь? А ну, смотри на дом. Да, вот он, этот дом. Этот дом попадать вон оттуда. А оттуда это что? А это надо зайти отсюда. И тогда ты попадешь вот сюда. Все, вопрос закрыт. Вопросов больше не имею. Это сначала по вот этому вот к великану пробежать. Я не знаю, будем мы убивать или не будем. Задолбали эти великаны. Собственно, ну, думаю, всех задолбали. Так, тогда давай... У меня опять 140 тысяч. Ну, пипец. С чем начинали, с тем и заканчиваем. А тут босс сразу или... А здесь что? Давай здесь посмотрим. 140 тысяч опять. Это же, блин, жалко терять-то. А я 100 тысяч школы. А сколько мне нужно теперь? Надо 1150, наверное, теперь нужно мне, да? Да, мне теперь нужно 321 тысяча, 150 не хватит, 200, 170 тысяч, 180. А это все сидит, привет. Ты сидишь? I'm afraid I truly... Да нет того мужика уже, я не знаю, куда он делся. Давай сюда еще сходим посмотреть. Там мы глянули. А что тут мы? Кстати, мы тут так и не поняли, как воду спустить эту проклятущую. Там кто-то там болтыхался. Коровку не взять. Ничего не взять. Ух. Это было близко. На коровке, по-моему, тут всех бы запрыгали, ну. А, вон, там можно зайти. А подождите, а с лифт? А там мы ходили по кругу, ничего, там кто-то в воде плавает большой, а лифт, по-моему, был неактивен, да. А вот этот угол можно залезть сюда. Ну да. Это одна из частей замка, получается. А как я туда запрыгнул? Реально запрыгнул на своих двоих? Ну да. Быстрей. Да, я сюда мог залезть. Но не залез. Офигеть. Вот это если везде такое будет, ну его нафиг. Это я со щитом. Это я со щитом, пипец, блин. Тут вообще отступ... Как лестница нахрен. Не-не-не-не-не-не. А я тут. А ему пофигу. Падай. Чего не может упасть? Это нечестно. Еще и двое там было. Куда это мы идем? Я сегодня к боссу не дойду из-за душ. Из-за проклятущих душ. Видишь, что творится? Пришел сюда, тут ход. О, нет. А кто это? А, это одно из их. Это красных. Мы их уже убивали с десятками уже, хотел сказать, сотнями. Ну ладно, давай драться.
Он тебя сейчас просто тупо застреляет с этими кострами, этими санами. Всё. Подумаешь. Это что, вторая крыша? А слева что? Вода. Везде вода. Подожди, что это за локация? На? Че я сюда пришел? Во. У нас же босс сверху. Бегись. Ого, вон что-то вылезло. А, это древесный корень обычный. Да не пугайся ты. Самый что ни на есть обычный древесный корень. Слушай, куда идти дальше? Просто утонул. Нет, сюда нельзя. Да, он деревья ломает, бегает. Так, а что смысл от этой крыши? Или он сейчас вылезет на крышу? Что-то какой-то он буйный стал. Да нет, вроде бы. Пипец, ну и вылез я дальше-то. Стены не ломаются. Да, не допрыгну. Я бы туда прыгнул, но... А, да, наверное. А если сдохнешь? Да, наверное. Обалденно. Такой риск. Выбрал место, где безопасно души пофармить можно, да? Лучшее безопасное место. Любой неосторожный шаг и прощайте души. О, дырка. Большая дырка. Подожди, не спеши. Всякие дырки залезать. А вон выход. Или вход. Ладно. Ну, наверное, в дырку, да? Сколько интересно у нас сегодня. А, тут падать не надо. Тут надо еще правильно упасть. Я думал, куда ни прыгни, везде приземлишься. Там, по-моему, босяка внизу. Ну, прощайте, мои души. Наверное, босяк. Так, тут надо как-то вот так вот. Это как-то вот... Вот как-то... вот... Не упал, нет? Одной ногой наступил. Ну, красавчик. Так, смотри, тут везде тебя хотят убить, я думаю. Вода это, кстати, тоже, наверное, вода, правильно? Ну да. Глубокая, я имею в виду. Поэтому тут смерть бы наступила мгновенно. Тут можно налево... Не туда прыгнул, твой... А, туда, туда можно. Давай отсюда. Там крыша, там никак. Тут не обрывается, нет? Давай сюда теперь. Пипец. Не, сюда попадать не надо. Я думал, можно прыгать в любую точку. Реально хотел сигануть. Перо штурмового ястреба, ясно. Так, это стены не открываются. Внизу вроде бы спокойно, но... А тут есть дверь? Тут есть дверь, все нормально. Ну, падай, раз есть дверь. Юху, мы залезли куда-то. Какую-то затопленную хрень. Вон дверь. Тут краб.
Молниестойкая маринованная печень. Круто. Да, тут глубоко. А мы плавать вообще никак. Ключ от комнаты для молитвы? Королева Марика, мать наша, молю тебя благодати. Я уничтожил всех, кто мог принести тебе горе и угрожал тебе. Клянусь, что буду и впредь тебе служить. Прошу, одари меня своей благодатью. Оставь меня наедине с моим одиноким светом. Слушайте, а что это за ключ, который мы использовали? Подожди, Тилли, это ты? Королева Марика, молю тебя, дари мне своей благодати. Не отнимай мне мой одинокий свет. Использует радужку благодати, использует радужку тьмы. У меня есть и то, и то. Сейчас же что-то не то сделаешь и потеряешь радужку. У меня есть радужка и та, и та. Я не знаю, что делать, народ. Убить его нельзя. Опять непонятки. Сейчас использую не то и все. А у меня по одной их. Тут будет, короче, костер недалеко, а? Нет, это Квилайн какой-то вообще. О-о. Это Квилайн, огненный рыцарь. Что мне с радужкой-то и делать? Пипец. Вот мне страшно вот с тобой стоять, друг на друга смотреть. Привет. Эти обычные тети эти. Или дяди. Ну, выглядят страшно, ну согласитесь. Короче, с радужкой нужна подсказка. Я не знаю, что делать. Руна не у вас. Ух ты, это круто. Это круто. Только бы костер бы найти. Да кнопка? Или декор? Это чё? А это чё? Куда это все? Ладно. Сколько вас тут? Больше, чем в замке. Спрятаться можно вообще? Нельзя. Иди сюда. Ты же еще и добил меня, говно. А это издевательство. Это издевательство, я погибну. Где костер? Я уже прошел, хрен знает сколько. Куда я иду вообще? А это что такое? Поддается. Подожди. Че, не пойму. Тут, наверное, лифт должен быть. Воду слить, короче, нужно, я так понимаю. А как ее слить-то? А это что за второй проход? Меня что-то смоет сейчас. Тут же корень бегает. О, кнопка. Ну, давай в первый тогда посмотрим дверь. Вот сюда можно было бы прыгнуть, да. Может быть, я и попал бы на руку, но я не уверен, что не соскользну. Подозрительная стена была. Так. Там какой-то лифт есть. Ой-ёхай, ну и бабай. Мы победили.
куда идем мы с пятачком? Тут что, дыра? Ну, конечно, подло, да. Можно не увидеть. Типа, да, добить быстро противника, а там дыра. Ха! И все. Кто-то крякнул. Лестница, наверное. Я понял. Жесть! Можешь, можно тебя убить? Спасибо большое. А это куда выход? Неплохо. А вот это, наверное, и насос, да? Наверное. А как им пользоваться? Вот это мы с вами слили, отлили. Нормально. А теперь корень вылезет, наверное, да? На свободу. Что бы без меня делали, а? Ну, теперь мужайтесь, там корень. А костер вообще будет хоть один в этой местности? Ну, хоть один. Не на старте сделанный. Там еще лифт был вверх куда-то ехавший. Оу. Симпатично. Теперь тут все по-другому. Теперь можно дно пылесосить и пылесосить. Так, костер появился... ну, туда я никогда в жизни не наберусь, наверное, но он есть там, да. А тут нельзя было костерчик сделать для меня? Да, там он есть, это здорово. Но теперь бойся корню. Мир изменился. А тут лесенка не появилась. Тут есть спуск вниз. А, вот так можно спуститься вниз через вот этот вот. Ага. Сейчас, подождите, еще смотрю. Смотри, тут яма. Кошмар, запутался в мыши. А яма — это смерть. Ну да, там дыра. А это... Я хочу лифт посмотреть, куда еще ведет. Хотя теперь все же по-другому у нас тут теперь. Тут теперь падение смертельное. Давай быстрее, тут никого нет. Вот это теперь интересно. Статуя. Я же теперь могу прыгнуть сюда? На руку? Ну, ты не разобьешься теперь, но... Но рисковать я не буду. Мне нужен костер именно здесь, потому что мне тогда заново придется это все проходить и опять этих красных рыцарей убивать. Костер дайте мне тут, и тогда я попробую прыгнуть. Там я не разобьюсь, там я по статуе могу скользить, наверное. Сейчас потом как к боссу не приехать никакому. Только не к боссу. Только не к боссу. Че так долго? Точно к боссу. Самому главному, да? Это я к заму сначала хотел сегодня с начала серии пойти. Пипец. Я час ехал. Чё? Я попал на балкон, на который не мог залезть. Люди. Я обошел это с другой стороны. Вот теперь я там, где я не был. Этот мужик меня стрелял. Я прошлую серию всю провел, пытаясь попасть сюда. И вот я здесь. Тут костер не дадите мне, нет? Спасибо. Ни хренуль себе. Народ, а вот лестница. А вот лестница на и призыв. И лестница, на которую я пытался залезть. Все, сейчас давайте обратно. 182 тысячи. Все, мы второе крыло с вами открыли.
Оказывается, оно через спуск воды. А хотя спускать воду не обязательно. Для чего я воду, интересно, спустил? Я, видите, обошел просто этот вообще участок. Он не обязательный, видимо. Понятно? Охренеть. А я мучался, прыгал там, умирал 1000 раз, чтобы сюда залезть. А тут такие вот это накрутили-то, да? Напряглись наконец-то в дополнении-то. Ну что, давайте попробуем прыгнуть на руку статуи. Если что, опять наверх и обратно. Я же не разобьюсь, я думаю, тут. Вообще, мне надо тот костер активировать на дне озера. Охренеть, осколок древа упадка Эрт. Это стоило того. Вижу. Печать огненного рыцаря. Это я тут был. Хранилище задняя часть. Давай сюда. Эд, мы тебя успеем убить. Подожди, мне надо просто это пойти тот костер активировать, который мне показали на заставке. Я думаю, не зря его показали нам на заставке. Вообще, я сегодня, на сегодня уже набегался. Мне уже пора отдыхать. 182 тысячи у меня. Не судьба у нас сегодня была встретиться с каким-то боссом. А, я думал, рычага нет. Думал, представьте, заново оббегать. А могли такое сделать? Вполне могли. Чтоб активировал костер, когда тебе его на заставке показывали, да? Ладно, пока он едет, давайте посмотрим пока, что у нас там по душам. Сможем ли мы их как-то реализовать? Это сколько? 50 тысяч рун, мало. 30 тысяч рун, 80. 80, 102, 500. 102, 500, ну где-то это сколько? 20, 35 тысяч рун. 102 537 тысяч рун, 137 тысяч, 140, 150 тысяч рун, ну где 160 170 тысяч рун. В принципе, и светина босса то самое оно. Мне хватит, у меня 180, мне 300, как раз можно потратить, пойти подраться или не идти драться. Не знаю сейчас, что мы с вами будем делать. И сейчас у меня цель просто дойти до костра. Просто этот костер, видите, помогает нам экспериментики всякие поделать. Не хочется, конечно, вливать все души, потому что здесь реально есть где пофармиться. Вон, выходи и режь внизу стоящих. Пошли, сейчас попробуем к тому костру дойти, если, конечно, на корень. Ты чё, говнюк? А, я и забыл, а как мы с тобой не встретились-то? Знаешь, мне уже не страшно. Вообще не страшно. Сто девяносто тысяч. Не, если всех почистить вот это на дне. А, ну да, мужика не забыли, да? Мужика не забыли? Нужна помощь. Я не знаю, что делать. И тут надо будет, наверное, выяснить, что за радужка и как вообще это все работает. И какую радужку давать, какую радужку не давать. Поэтому мы, наверное, выясним сначала, что это за радужка, потому что у меня по одной только. И что это влияет, что это вообще за мужик лежит. Давай дойдем до костра. Слушайте, а тут одна была. А уже две. Реально одна была. А, это лестница уже была. Я думаю, лестница появилась. Ну, давай сюда. Сюда. Уже не страшно. Костер есть, все нормально. Можно туда. Оп-оп. Кузнечный камень мрак. Тут осторожно. Добежишь, не знаю. Но по сторонам не ходи. Опасно очень. Тут призыв есть. И этот костер может быть единственный на этом дне. Утраченная благодать.
Я не знаю, зачем активируете статуи, когда даже у меня нет онлайна, но все равно. Почему что-то лежит. Ландыш. Вот тут, наверное, босяра. Как раз, наверное, тот самый корень. Потому что это и есть центр, как раз центр двора, где он плавал. Ладно, люди, пока что, наверное, давайте сначала ничего не делать, потому что вдруг убью какого-то босса, исчезнет тот тип, как это обычно здесь бывает. Мы с вами... Где нам лучше быть? А, ну отсюда я не залезу туда. Вот сюда. А, отсюда залезу. У меня еще вот выход есть, кстати. Могли сюда пойти. Тут приключения бы были. Давайте отсюда, наверное. В следующей серии выясним, какую радужку ему давать и на что это влияет. И пойдем зачищать дно. Я думаю, это будет правильно. Потому что у меня 200 тысяч душ, где их взял. Крабов нарезал. 200 тысяч душ уже. Пойти шмякнуть корень, если он там есть, там точно дадут тысяч. Да за них бо мало дают, тысяч 10-20 дают. Это возни больше просто. Ну это точно корень, потому что он выпрыгивал из воды и торчали корни. Он просто устал мокнуть, понимаете. А вообще, конечно, круто. Чтобы попасть в эту часть замка, пройди, мать его, по вот этой части. Хрена себе. Ладно, все, хватит нам разговоров. У нас есть куда идти в следующей серии. Босс отпал внезапно, который находится здесь. Он просто отпал. Спасибо всем, кто смотрел, друзья. С вами был Дмитрий, канал Shadville Lplay. До встречи в дополнении Shadow of the Earth 3. Пока.